Ленинский городской округ. Территория зеленая. Здесь немало парков, скверов, богат муниципалитет и старинными усадьбами. Красиво и зелено и во дворах. Безусловно, это заслуга местной власти и активных жителей. Один из больших амбициозных проектов, который также поддержал Андрей Юрьевич, это на сегодняшний день, это Корбовский лесопарк площадью более 1200 гектар, в котором также будут и велодорожки, и места, где можно будет позаниматься спортом, и входные группы красивые. Ну и, конечно, это соединит большое количество наших застроек между собой, и можно будет прямо через парк, через лес проехать либо на велосипеде, либо добраться на самокате, не выходя на трассы.